знаю, как повернуть. Сегодня, наконец-таки, после долгого продолжительного периода дождей и холода, жара 28 градусов, лето возвратилось в наши края. И это не может не радовать, заметьте. Махновщинский музей. Милый ты мой, ну ладно, давай, вали. Так, вот такие тут здания исторические, избушки, традиционно ставшие офисами. Но, как я поняла, эта улица еще не потерпевала реконструкции, судя по этим жутким проводам, по этим машинам стоящим. И по неухоженным фасадам домов, естественно, асфальт. Театр 5 звезд. Вот, как видите, из машин практически ничего невозможно снять. Потому что кругом эти машины. Добротные старые московские, шикарный особняк. Ну и лужковские, эти жуткие дома-монстры. Ну какая прелесть за Москворечье. Большая прогулка до Пятницкой по Садовому. Как я уже сказала, в Москву вернулось лето. И у меня сегодня выходной. Я гуляю.
забыла включить режим видео. Надеюсь, не очень сильно дергалась картинка на предыдущей записи. И вот такая прелесть улицы зацепа. Вы идете по Садовому кольцу и, заходя в какие-то улочки, можете увидеть настоящие шедевры. Красавица Пятницкая. Последний раз я здесь была до реконструкции улицы. Реконструкция была, наверное, год 3-4 тому назад.